Этот парень был из тех. Я по твоим роликам училась. Я тебя обожаю. Ты счета деловая, не обойдешься цветами. Хочешь, Котю покажу? Киску. Я влюбилась в тебя! Всем салют, это Хижина Музыканта и новый выпуск чат-рулетки на моем канале. Сегодня я не буду притворяться, хватит уже. Я-то буду делать то, что лучше всего у меня получается. Это петь наши с вами любимые песни под гитару. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Осталось до миллиона, совсем чуть-чуть. Вместе дожмем. Приятного просмотра. Привет. Че обсуждаем? А? Че обсуждаете? А, там, короче, там был чувак без футболки, он себе сосок теребил, мы случайно пропустили. Надо было остаться. Да, да. Это тот самый легендарный теребун чат-рулетки. Да, да, именно. Да. Кстати, по-моему, у тебя есть YouTube-канал, нет? Был, удалил. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую. Удалил? Почему? Да чё-то не заходит, нафиг надо, думаю. Окей, по-моему, ты снимал эти уроки на гитаре, да? Да, ну видишь, люди больше любят не учиться, а развлекаться, типа там. Я по твоим роликам училась. Да, а ты тоже играешь, что ли? Да, играю. Было время, все позабыли уже, что когда-то, да, обучалки делал. Главные были времена. Ну, молодец, помнишь? Да, это очень классно. Можешь что-нибудь для меня сыграть? Это что-нибудь классненькое? Ну, давай. Слушай, а ты не играл солдата, который от пятницы? Играю, могу сыграть. Я солдат, я не спал 5 лет, и у меня под глазами мишки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Ю-ю-ю, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата, кричит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Спасибо вам, что прослушали. Да, это было очень классно. Рада была с тобой поболтать. Спасибо, да. И вам, да. Увидимся, пока. Давай сыграй мне какую-нибудь серенаду. Про любовь давай что-нибудь. Про любовь? Ну, назови конкретную песню. Назови конкретную. Да я откуда знаю, давай сам. Да? Ну давай, смотри. Написал песню. Не навсегда называется. Не навсегда была твоя любовь, и все твои слова пустая ложь. Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдарить по газам, все не вернуть назад. Я больше не хочу вдыхать твой аромат, когда срываю платье с тебя, будто психопат. Навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Ну как вам? Блин, я... Это превосходно! Да? Мне... Я влюбилась в тебя! Нихера себе! Вау! Кидай мне там инстаграм свой, я подпишусь. Ну давай, я ставлю. Блин, ну просто, блин, это прям серьезно красиво. Тебе я так не пели серенады, да? Мне вообще никто никогда не пел. Вот, я первый в твоей жизни хоть в чем-то, да? Алло, еще есть в чем. Долго ты учился на гитаре играть? Ну, все еще, по сути, учусь, на самом деле. Вот ты 16 лет живешь, а я 11 лет играю. Это твоя песня или нет? Да, моя. Блин, выпускай ее, она мне нужна в аудиозаписях. Она вышла, просто ее мало кто слушает. Да. Вот, Мари, вот так, если наберешь ВКонтакте, вот, Арслан, не навсегда. Вот так, то найдешь песню.
Пришло время пополнить мой репертуар новой мелодии, и в этом мне поможет приложение для гитаристов Тимбро. Сегодня буду изучать канон Пахельбеля, который я также играл на фортепиано, но пора и на гитаре разучить. Очень простая мелодия, с ней справитесь и вы. Вот именно с этого нужно и начинать. Играть самые простые мелодии для начала, а потом переходить к более сложным, изучать аккорды и играть ваши любимые песни. Кстати, сейчас приложение стало еще круче, появилось новое обновление, а это значит, что новые упражнения, арпеджи, гаммы. Попробуйте скачать себе на телефон, ссылочка в описании. Обидно. О! Руми! Нет. Я тебя знаю. Прикольно. Я тут как бы тоже... Да. Соняшно, мимишно. Давай, жарь. Жарь. Ты первая? Да, ты первая. Сейчас, я растерялась. Да чё, соберись. У нас и здесь, и сейчас, и нам не надо ждать завтра, чтобы сказать, я люблю улететь на Луну и вернуться обратно. У нас и здесь, и сейчас, и это невероятно. Не пропусти этот миг, не упусти этот шанс, не надо ждать завтра. Блин, руки трясутся, не могу. Не-не, очень уверенно, чисто. Давай я тебе спою песню, которую еще только разучиваю. Давай. Ну типа, она еще не идеальная. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Ты летишь и вдаль, вдаль, ангел. Я тебя обожаю. Спасибо. У меня руки трясутся. Да ладно тебе. Да блин, это капец, это шок. Ты хочешь сказать, смотришь мои видосы? Да, и в инсте подписаны, и на ютубе. Ого. Многие там пишут, блин, как тебе найти чат рулетки? Вот, случайность. Приветики. Знаете песню Джонни «Ты пари»? Угу. Чё там? Только ты пари, облаками ты взлетай, там вдали фонари горят, и ты сияй. Говори до зари, читай, и пари, ты мой счастливый рай. Только ты пари, облаками ты взлетай, там вдали фонари горят, и ты сияй. Говори до зари, слух не о любви, читай, и пари, ты мой счастливый рай. Круто, прям. На вчера пацан попался, он вообще играть не умеет, но он играет. Чего, блядь? Хочешь, Котю покажу? Писку. Давай. А теперь котенка покажу. Это мой кот, его зовут Красавчик. Красавчик? Ну, хорошее имя. Давайте лучше песни петь. Есть какие-нибудь любимые песни? Назовите мне, я спою. Не знаю даже какую. Эя, знаешь песню? А, свежачок, еще не успел ее разучить. Еще что-нибудь? Вали. Вали? Ну давай. А что, так любите канги, что ли? Сегодня второй человек заказывает. Вали, нахер, там, где тебя будут только трахать. Ты мои боли, на душе оставила мозоли. Твоя совесть нечиста, сама догадайся, кто ты, кто твоя. Ты не моя. Устроила войну, я за это так тебя люблю, ведь я все понял. Эй, я конечно все понимаю, ты счета деловая, не обойдешься цветами, но я не буду бегать за тобой, не хватало. Лучше найти себе папашу с деньгами, какая же ты дура. По комнате летят и чудо как пули, грязная посуда, столы и стулья. И так происходит каждый будни. Сколько это будет, скажите, люди. Нормально? Молодец. На заднем фоне так глаза выпячивает. Подруг. Привет. Играй. Привет. Да, давай, играй. Можешь сыграть? Играть? Да. Ты не зря же гитару. Да, назовите какую-нибудь любую песню. Да. Как...
Руки вверх, что-нибудь знаешь? Да ты серьезно? Руки вверх. Руки вверх. Можно, нет, ну что-нибудь такое популярное. Что мы знаем? Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, позвала всех своих подружек. Но а как же я, ведь день рождения у тебя, знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь, но поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказала: забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, я не взрослая уже. Очень круто, ты очень круто поешь, а ты где-то учился? Ну, сам учился петь. Круто. Очень круто, очень круто. Спасибо большое, это приятно. Давай. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке, или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад, и улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, ведь ты я и прав. Или вам надо что-то попроще, типа: если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет пусто, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня, не забывай меня. Очень красиво. Спасибо, вы тоже красивые. Прям как спасибо. Песня. А у тебя есть Инстаграм или ВК? Да, конечно. Стой, стой. Ну, здравствуй, дорогой. Привет. Ты на меня... Ой, в Инстаграме подписан. Ты на меня? Ты на меня, Сидифолия. Сидифолия? Ну, зайди, посмотри. А ты что тут делаешь? Да я вот еще тебя. Наталья? Да я знаю, что ты тут сидишь, что ты. А, вот ты кто. Да. Ну ты даешь. Ты поудаляла свои фотки? Нет, я наоборот сейчас выставляю красивые. Ну давай, петь песни. А давай коржа, мотылек. Мотылек? Цицок, я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый мотылек в твоих глазах станет обычной тварью. И затолкаю тебя в тачку силой, я отвезу тебя к пацанам, там банкеры пивила. Братишка, я тебе сдохнуть не дам. Сколько в мире девушек красивых, искренне верных, да и простых. Такая вот терапия, будет еще малину, ты держи. А теперь мой любимый. Губу закатай. А ты снимаешь сейчас? Ну да. Ты меня выставишь? Думаю, да. Все-таки я твоя фанатка, вот видишь, это... Да. Я скажу, что это возможно, оказывается, в чат-рулетке дождаться человека, если ждать. Друзья, настало время узнать трех счастливчиков, которые получат мои видеокурсы по гитаре и по вокалу. Ссылку я скопировал, перехожу на сайт Randomizer и узнаем первого победителя. Им становится Макс Мигейпиксель. Топовый выпуск, жаль, быстро закончился. Вторым победителем становится Perfect Sense. И третьим победителем становится Мандрео. Если хотите на халяву получить эти видеокурсы, то просто поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. В следующем видео разыграем видеокурсы.